Здравствуйте, уважаемые слушатели. Это программа «Разворот». Ну, сегодня у нас особый выпуск «Культурная среда». Мы обычно всегда стараемся в среду говорить о проблемах культуры. И сегодня в нашей студии один из самых авторитетных теоретиков, историков русской литературы, культуры Древней Руси, доктор филологических наук, академик Академии российской словесности Александр Николаевич Ужанков. Здравствуйте, добрый Здравствуйте. День. Здравствуйте. Ну, вот вчера кому посчастливилось в рамках культурной линии Рижского клуба принимать участие в мероприятии, встрече с Александром Николаевичем. Но я надеюсь, что не в первый раз, а второй раз, и надеемся, что не последний. Приезжайте, поэтому еще, если кто-то пропустил, обязательно следите за анонсами и постарайтесь посетить. Я понимаю, что эти встречи, они позволяют вот что-то узнать новое, интересное. Вот, ну, я понимаю, нашим латвийским слушателям всегда интересно узнать о русской культуре, о русской литературе. А вот что получаете вы вот в результате вот задаваемых вопросов, активности аудитории? Вот есть ли какая-то обратная связь? Ну, во-первых, я очень признателен Международному клубу журналистов за приглашение, поскольку я Ригу открыл для себя именно благодаря этим приездам. Вот в первый раз 3 года назад, в 16 году в ноябре, тогда пасмурная была холодная погода, но думал, летом будет получше. Но сейчас тоже такая осень неожиданная среди лета. Что касается людей, то я для себя действительно открыл вот именно здесь, вот в Риге, потому что потом ездил по Прибалтике и странам СНГ, но вот особую какую-то душевную теплоту у вот тех людей, которые приходят на эти встречи. И не только, поскольку 2-3 дня я обычно здесь, и поэтому новое знакомство, новые встречи. И это такой, ну, майский день именины сердца, как говорил Манилов. То есть это действительно очень приятное открытие для себя и государства, и людей. И особый, конечно же, такой для меня важный момент, то, что эти люди действительно интересуются тысячелетней русской культурой, и они действительно не просто интересуются, они очень хорошо знают историю и влюблены в русскую литературу, в русскую музыку. И вот вчера очень много вопросов было о русской цивилизации, поскольку это само понятие, оно возникло не так давно, точнее, оно возникало периодически раньше, там, 100 лет назад, в начале 20 века, но затем как-то, так сказать, все сошло, естественно, в коммунистический период, а лет, наверное, 15-20 опять стали говорить о русской цивилизации и ее отличии от других цивилизаций. Но прежде всего, вот я это особо подчеркиваю во всех своих практических работах и выступлениях, что русская цивилизация, она христианская, такая же, как и европейские две цивилизации, то есть вот и католическая цивилизация, и греческая цивилизация, уже византийского образца, православная цивилизация, но поскольку греческая, так сказать, исчезла, в 1453 году, вот это византийская, я имею в виду цивилизация, греческая, я по языку, а латинская, католическая, она претерпела такие сильные изменения в Европе, вам это здесь, так сказать, видно еще лучше, чем нам. И, собственно, носителей этой вот, той традиционной, так сказать, вот, католической цивилизации остается все меньше и меньше. Как ни странно, может быть, вот в Польше, в Италии, и то не везде, так сказать, мы это видим. А вот так в европейских странах, конечно, с мультикультурализмом границы христианской католической цивилизации совершенно размыты. То есть уже нельзя говорить даже о цивилизации. Но, понятно, в 20 веке не говорили о русской христианской цивилизации, потому что, собственно, понятие «русский» – это понятие не столь не национальное, а конфессиональное, потому что само слово «Русь» – и это греческое название, и «русский» – произвольное. А от этого слова русская земля – это православная была земля, поэтому русский, кто живет на этой земле, это, смотрите, это ведь прилагательное, определяющее. И получается так, что русская цивилизация, она начиналась с принятия христианства, то есть с конца X века, затем 9 столетий она развивалась, потом советский период,
эксперт, такой, ну, как эксперт, это сказать, вот называют, да, построение земного счастья, земного рая. Да? Угу. Вот. И эксперимент не удался, и опять возвращается, особенно после 2000 года, вот тем исконным корням. И вот, собственно, по сути дела, после 2000-го, прошу прощения, года, и, собственно, вот и говорят о русской цивилизации, как, ну, если европейцы, то говорят о нечто загадочном, а это очень просто объясняется на самом деле, языковой барьер. Если Россия, ну, мы же знаем, что Россия 18-19 века говорили на французском языке. Да, дворянин, дворянин, если он не знает трех языков, то он, собственно, не дворянин. Это французский, немецкий, английский. Но французский, так сказать, на первом месте. Поэтому не было языкового барьера. Поэтому Россия очень хорошо знала Европу. А у Европы по отношению к России был языковой барьер. И поэтому страшно. Потому что они не такие, они, так сказать, вот что-то там есть, нечто такое. Ну, ведь с другой стороны, связи, вот особенно в 19 веке, были очень тесными, и много русских жило за границей. Более того, конечно, Тургенев ввел дружбу с всеми французскими литераторами и оказывал даже большое влияние. Конечно, он и переводил и французов на русских, и русских писателей на французских. Конечно, я уже не говорю там Полине Виардо и ее супруги. То есть такого критической... прямо вот противостояния, как будто бы, ну, когда иногда... Абсолютно никакого не было. Более того, я могу сказать, что очень многие французы приезжали в Россию, чтобы сделать карьеру. Ну, для примера, ведь мало кто знает карьеру Дантеса. А если поинтересоваться, он же ведь сюда приехал на службу, хотел, в общем-то, быть гусаром, но русские гусары, им были именно русские, то есть иностранцев не принимали. Можно было в кавалеристов, можно, так сказать, в другой род войск, но только не гусар. Это было, так сказать, элитные войска. И, ну, по блату, так сказать, он как раз вот кавалеристом попал. Но после убийства Пушкина он возвращается, то есть его, так сказать, попросили, так сказать, чтобы он уехал, даже сам французский посол не захотел, чтобы и голландский, то есть они не захотели, чтобы он здесь оставался. Он сделал очень головокружительную карьеру. Он даже был в Австрии, ну, то, что мы сейчас бы назвали председателем парламента австрийского. Mm-hmm. То есть это очень человек такой значительный был. Но часть, вот я говорю, иностранцев, которые были на службе здесь в России, получили какие-то чины, наделы, потому что за государственную службу давали и наделы, землю, так сказать, имение давали. Это практика была 16 века. Многие обрусели. То есть мы очень много знаем фамилий в русской истории, которые, может быть, были даже больше русские по сознанию, нежели национальную принадлежность их как-то... Мореплаватель Беринг, например. Это, да, ну, это мы будем долго перечислять. Потому что, по-моему, даже иностранцев больше, которые сделали для вот России, нежели, может быть, самих вот русских. Даже наш вот латышский, можно сказать, ну, основатель латышской словесности, Кришьянис Барон, собиратель Дайн, он был, конечно, чиновником в России. Конечно. Ну, очень многие. То есть вот перечислять здесь не перечислить. И понимаете, вот почему такое получалось? Именно потому, что вот русская цивилизация, я говорю, что вот русский – это национальный, а это наднациональное сознание, то есть это религиозно, потому что в христианстве нет ни эллина, ни иудея, ни римляна. То есть, понимаете, неважно, какой ты национальности, ты принимаешь православие, так сказать, ты становишься русским, грубо говоря. И поэтому все иностранцы, которые приезжают на Русь, Россия их принимает очень, очень хорошо. Так сказать, они любят. То есть это новое свое отечество, они ему служат верой и правдой, как говорили в 19 веке, и, понятно, с такой же благодарностью Россия к нему и относилась. Но удивительно, ведь и русский язык, он насколько легко вбирает в себя иностранные слова, их как будто бы переламывая через колено, делает абсолютно русскими, и мы иногда даже просто не понимаем, что это слово пришло из другого языка. Совершенно верно, это вот такая вот удивительная толерантность. Поскольку, вот мало даже знает, в начале 19 века, еще до, начале 20 века, еще до первой революции 1905 года, в Петербурге и в Москве на национальных языках более 100 газет выходило.
это то, что вот большевики, ярмо такое в царской России, что это тюрьма народов, дескать, но если выходили национальные языки, даже были газеты, численность коренного населения, которая не превышала более 30 тысяч, можете себе представить, а у них была своя газета на своем национальном языке, причем издавались, как правило, за государственный кошт. То есть это не то, что так, диаспора, так сказать, собиралась, потому что многие, ну, естественно, если там 30 или пусть даже 50 тысяч, если население, то оно не может собрать деньги, чтобы издавать газету, это дорогое удовольствие. И поэтому за государственный кошт такие газеты издавались, поддерживались все национальные меньшинства. И обратите внимание, за последние 200 лет в России не исчезла ни одна национальность. У нас даже сохранились национальности, у которых, ну, приблизительно 300-350 человек. Но они существуют. И их поддерживают. И в школе есть национальный язык. Хотя вот буквально, когда объединялась Германия, практически многие были ассимилированы, да, народы, населяющие эти земли, в принципе, они, ну, влились, но они потеряли свою национальную идентичность. Вы знаете, мне думается, что это государственное самосознание. То есть вот как оно понимает свою политику по отношению к тем национальностям, которые проживают на территории этого государства. То есть если они хотят, чтобы, да, так сказать, представители этих наций любили свое отечество, ну, значит, нужно создавать соответствующие условия. Ну вот, кстати, интересный момент. Русские, которые проживают в Латвии, ну вообще даже если взять так более в Балтии, вот являются ли они национальными меньшинствами? Потому что я знаю, ну вот один из, ну, активистов-защитников русского языка, он принципиально говорит, что я не могу себя считать национальным меньшинством, зная, ну, то есть я принадлежу к русскому миру, и за мной, ну, как бы огромный пласт литературы, музыки, культуры, который мне просто, ну, не позволяет ощущать себя, вот, ну, как бы Робинзоном на острове. Ну, здесь несколько сразу вы затронули проблем. То есть, как носитель русского языка, русской культуры, то есть русской ментальности, да, он действительно ощущает себя представителем вот этого огромного-огромного русского мира. Это вполне нормально. С другой стороны, когда мы говорим вот сейчас вот о национальных меньшинствах, мы ведь говорим о, скажем так, юридическом статусе в каком-то отдельном государстве носителя того иного языка. То есть и эти группы могут быть где-то больше, где-то меньше. Ну, уже все это зависит от той исторической сложившейся ситуации. Скажем, на той же Украине. Когда, я помню, был в 91 году опрос населения, то приблизительно, по-моему, 72% назвали себя русскоязычными. Они не сказали русскими, русскоязычными. То есть для них это было понятно. Русскими назвали себя, если не ошибаюсь, тогда 58%. И вот по мере, вот за эти 28 лет мы видим, по мере поступательного такого развития, конечно, вполне возможно, что очень многие уехали. Но тоже интересная арифметика. То есть еще лет 5 назад, нет, меньше, года 2 назад, до вот последних выборов, русскими себя называли 38. А вот сейчас уже назвали 42. То есть, вот понимаете, в какой-то определенный момент, ну, было, ну, как, может быть, даже страшно назвать себя русскими. А может быть, действительно, был такой массовый отъезд, и многие, так сказать, не принимали участие в этих. У нас в России, по неофициальным данным, постоянно находится более 8 миллионов. Официально 6 миллионов украинцев. А сколько еще в Западной Европе? Сколько у вас? И русских. В основном-то, в общем-то, да там не разделяешь, русские или украинцы. Например, в той же Москве я встречался с большим очень количеством как раз выходцев Западной Украины. Как ни странно. Я-то полагал, что они больше ездят в Польшу, там, Чехию, Венгрию, много в Испании. Оказывается, нет. То есть вот Западная Украина приезжает сюда. Я спросил, почему? И вопрос меня, точнее, ответ меня поразил, удивил, но приятно поразил. В основном они православные. А на Западной Украине, вы знаете, религиозность очень высокая. Очень высокая. И это даже вот с частями религиозно-политических вопросов, которые там, украинский патриархат, автокефалия, которую они якобы получили, вот с этим Томасом и так далее. Вот на Западной Украине больше всего
как ни странно, стояли за православие, за московский патриархат. Именно на Западной Украине. Я сам знаю, я не буду называть, понятно, по особым причинам дружу я. Эта семья удивительная. В семье было 9 человек. 5 сыновей, значит, и 4 дочери. Из 5 сыновей 4 сейчас священники. 2 дочери тоже вышли замуж за священников. И все вот 6 человек – это московского патриархата. Говорили, как они стоят в вере, я просто удивляюсь. Потому что это глубоко верующие люди, и они, вот для них служение Богу – это задача номер один. Были ситуации, один из них, он мне сам о этом рассказывал, когда после службы там представители, так сказать, вот этих революционных, так сказать, вот националистических групп просто ворвались в церковь с пистолетом, говорят, мы тебе вот московского попа здесь застрелим. В церкви было человек 250, потому что большой был праздник, и все были, конечно, так сказать, в шоке. Он говорит, ну что, стреляй, он стоит, священник, перед открытыми вратами. Он говорит, ну, в общем, будет еще один мученик. Понимаете, то есть вот и с одной стороны запугивание, а с другой стороны, вот я говорю, вот стойкость, которая поражает, потому что всегда есть и свобода выбора в человеке. Вот кто-то может струсить, а кто-то может проявить мужество. Да. И есть всегда место подвигу. В принципе, вот сейчас это такой подвиг, который оставляет свое религиозное убеждение. Тем более, понимаете, он украинец до мозга костей, он говорит по-украински, он по-русски даже ну, и 2 фраз связать не может, понимаете? Ну, православный украинец. Да, да. Вот я думаю, эту тему мы обязательно продолжим, но сейчас мы сделаем небольшую паузу, после чего вернемся в студию. Я напомню, что у нас в студии Александр Николаевич Жанков, литературовед, культуролог и теоретик, историк литературы и культуры Древней Руси. На Болткоме разворот! Продолжается разворот, и я напоминаю, что сегодня в нашей студии доктор филологических наук, академик Академии российской словесности и специалист в области русской литературы и культуры Древней Руси Александр Николаевич Жанков. Вот, может быть, воспользовавшись действительно вот возможностью задать этот вопрос, как современная наука все-таки делит древнерусскую литературу, потому что ее пытаются записать сейчас, ну вот это была литература Украины или России, вот между двумя странами? Ну, тогда еще нужно и белорусов вспомнить, вот как делить. На самом деле, если мы посмотрим на тенденции в языке, то мы увидим, что языковые различия или дифференциация начинается только со второй половины конца XIII века. То есть, если говорить об XI-XII веке, это абсолютно одна литература. Разделить абсолютно никак невозможно. Я даже это не называю литературой и не письменностью, это словесность. Потому что это тоже вот в своих лекциях я постоянно подчеркиваю. Древнерусские писатели, хотя они себе так не называли, они называли себя «с писателями», потому что, или «за писателями», потому что они не пишут, они записывают по откровению то, что ему свыше сходит. И Иларион Киевский, автор «Слов о законе благодати», и Феодосий Печерский, преподобный Нестор, автор летописи «Повести временных лет», и Владимир Мономах, и Кирилл Туровский, и епископ Серапион Владимирский и так далее, они все канонизированы. Это вот те писатели, которых мы знаем по имени. Но ведь они не все находились в одной местности. То есть они же не киевляне. Вот и Туровский, и, так сказать, и Владимирский. Да, и в монастырь приходят из любой местности, да, в тоже Киево-Печерский монастырь, основанный еще где-то в 50-е годы XI века Антонием, который пришел с Афона. А вот на Афон, откуда он, то ли из Любича Черниговского, то ли еще с какого-то места. То есть, понимаете, ну, не было такой четкой конкретной привязанности к поместности. Это с одной стороны. С другой стороны, если, вот мы с вами говорили, что русский – это наднациональное понятие, то есть это православное, они же себя никак не называли.
То есть они русские, все, вот русский писатель. Более того, скажем, когда в 1453 году турки захватили Константинополь, Нестор Искандер, ну, это мальчик, славянин, которого взяли в плен, продали в рабство, и вот он был когда-то Нестором, потом стал Искандером, янычаром, и, ну, он написал все это на славянском языке, взятие Константинополя. И он удивительно пишет, говорит, а турки Константинополь взяли, и Софию Константинопольскую пленили, но службу русскую не переменили, и Русь на службу ходит. То есть вот в Константинополе, да, русская служба. То есть вот для сознания середины 15 века, так сказать, русский православный, настолько это было вот единым, что, вот, понимаете, ни украинца, ни белоруса, и опять же таки русского как национальность, вообще нации начинают формироваться как в Западной Европе, так и у нас, где-то с 15-го, где-то раньше, а в основном 16 века. Понимаете, ну, опять же таки, даже если бы тогда посмотрим, то украинская нация еще не сформировалась. Вот русская только начинается формироваться. Почему? Потому что и не было самостоятельности, потому что значительная часть, ну, вся правобережная у Украины принадлежала Речи Посполитой. И собственно, название-то Украина, как окраина, это название поляков. Это не Россия говорили, что это там где-то какая-то, это поляки говорили, в Речи Посполитой, что это окраинные, так сказать, или украинцы, то есть вот те, которые на, так как окраине Речи Посполитой находятся, они были абсолютно бесправные. То есть если ты оставался православным, то тебя не избирали в сейм, и никаких прав не было. Еще униатам куда ни шло, то есть вот какие-то поблажки были, православным нет. И поэтому было большое мужество тех же братьев, острожских князей, которые, ну, издают православные книги, и не случайно, что Иван Федоров, дьяк, вот едет именно туда, к ним, было большое православное братство львовское, очень большое, очень мощное, очень сильное, которое православное, там была школа очень сильная, и в Остроге, собственно, Библию-то острожскую Иван Федоров именно там напечатал, благодаря этим вот князьям братьев, но отношения у них с поляком были очень тяжелые. А вот если вернуться все-таки назад, кого крестил Владимир, потому что вот сейчас действительно на Украине очень часто, ну и даже сам президент тогда, Петр Порошенко, подчеркивал, что крещена была Украина, а не Русь. Очень хороший вопрос. Нет. В повести временных лет ведь сказано, что для этого жили поляне, древляне, там кривичи, родимичи, северяне и прочее, прочее. Но что любопытно, после крещения... Получается, все это, вот все эти небольшие племена объединяются в один народ. Какой? Русь. И крещена была Русь. Вот, собственно, название Русь, это греческое название, и они ставят митрополита Киевского и всея Руси. Не всея Украина, не всея Белоруссия, не всея Россия. Потому что слово «Россия» появляется гораздо позднее, только вот в 15-16 веке. А вот в данном случае крестится именно Русь, потому что до этого были племена, они не были даже еще Русью, так сказать, и непонятно. Ну, вот племена, так сказать, разновидность. А вот крещение, собственно, и делают их всех русскими, потому что они приняли все православие. Поэтому такого разграничения не было. По источникам 11-12 веков нет такого различения. Впервые слово «Украина» как «окраина» появляется в Галицко-Волынской летописи по 1187 году. И плакаша по нему вся Украина или окраина. То есть вот князь как раз Юрий Долгорукий скончался, там, так сказать, вот и все о нем плакали. И, повторяю, это территориальное определение. И почему, собственно, и предлог употребляется «на»? Поехать на окраину, а не в окраину. По русскому произношению, правильному прописанию нужно говорить «на Украину». Точно так же, как на Урал, а не в Урал. Или, так сказать, на, понимаете, это, собственно, и к вопросу о том, как нужно говорить «на Украине» или «в Украине». Понимаете, да, на Украине могут так говорить, ну, так сказать, по русскому правильному произношению именно так. Поэтому мы не можем говорить о 11-12 век, я не говорю о 10-м,
Понимаете, это вообще, так сказать, абсурдно говорить об этом. Что там, какое-то было такое разделение. Собственно, формирование нации как украинцев начинается довольно-таки поздно. Тоже вот попытка там 16 века, языковое различие, но даже в начале 20 века академик Шахматов, великий знаток славянских языков, ну, наверное, крупнее специалиста просто в то время не было, и он писал, что, что такое украинский язык, это южно-русское народное наречие русского языка, то есть это южно-русское наречие русского языка, потому что есть новгородское, есть псковское северное наречие, а было южно-русское наречие с особенностью определенной. С другой стороны, вот уже если мы говорим о политике, как она примешивается, то где-то приблизительно с 50-60-х годов 19 века начинается польско-австро-венгерский проект «Украина или Украина». То есть вот когда создается действительно идея вот самостоятельной, независимой Украины, Украины. Вот тогда уже начинается тут и понятно, что и украинские и писатели, там, и поэты, они тоже приложили руку к всему, историки вот, приложили к этому руку, чтобы вот, показать некую самостоятельность, некую самоидентификацию. Но тот же Кулиш, который, собственно, грамматик украинского языка в начале 20 века, в начале 20 века, понимаете, что мы говорим там о 11-12 веках, когда кодификация русского языка произошла там уже в 15 веке, в 16 уже буквари печатались, понимаете, и он говорит, я даже не думал, что мой проект, так сказать, который я сделал, ну, для узкого круга лиц, он будет подхвачен и так разнесен, но, опять же таки, мало кто забывает о тех вот самых русинах, которые проживали в Закарпатской области, и тех вот русских, которые в Галичине проживали. То есть, ведь, опять же таки, первые концлагеря, между прочим, появляются именно в Австро-Венгрии, и именно в эти лагеря сажают русских. И в концлагерях только в конце 19 века погибло более 200 тысяч русских, русскоязычных, вот, западных славян. А по какой причине они? Именно за то, именно из-за того, что они, так сказать, вот были православные, из-за того, что они были русскоязычные, именно потому, что они не хотели переходить, так сказать, вот украинский язык, так сказать, называть себя украинскими, принимать унию, то, что их заставляли. И, ну, как, нет человека, нет проблемы. То есть, опять же таки, вот сейчас политики об этом почему-то не вспоминают, а ведь это страшная трагедия была. Тем же, опять же, смотрите, иногда вспоминают сейчас Шевченко, но почему не вспоминает Франко, почему не вспоминает Лесю Українку, то есть великих представителей украинского народа, а потому что они были то, что называется московиты, то есть они ориентировались на Москву, они говорили, что мы единый народ. Да, мы можем говорить, у нас будет, может быть, так сказать, используем мы приоритет украинскую речь, так сказать, или русскую речь, но это разговорный язык, потому что церковный язык один, церковнославянский, что на Украине, что в Беларуси, что в России, что в Болгарии, что в Сербии, понимаете, он один, единый для всех славян язык богослужения, разговор с Богом, речь по вертикали, это церковнославянские. По горизонтали мы можем разговорными языками разными пользоваться. Это во-первых. Во-вторых, национальный поэт у Шевченко. Кстати сказать, сейчас вспомнил заповед. «Як умру, то поховаю, то мене на могилі серед степу широкого, на в країні милі». На, да. В країні милі. Вот. Это первое. Смотрите, вся поэзия его на украинском языке. Почему? Потому что она ближе к фольклору. Украинцы действительно спевучая нация, то есть они очень хорошо поют, это сейчас даже видно. И что немаловажно, так сказать, вот его поэзия, она действительно из народных истоков происходит, если мы смотрим по образности, лексике и так далее, и так далее. Но смотрите, вся проза Шевченко, вот сейчас мои коллеги на Украине этого не вспоминают, я им несколько раз об этом говорил, вся проза Шевченко написана на русском языке. Письма Шевченко, они очень характерны, с характерными ошибками. То есть он начинает: «Дорогие дружи, твой голос та я отримав». То есть первые несколько фраз или первый абзац на украинском языке. Потом переходит на русский, начинает говорить русский. Почему? Потому что он русскомыслящий человек.
Потому что идентификация происходит по национальности. На каком языке думаешь, на каком мыслишь, так сказать, на каком языке сны снятся. Да, вот, собственно, тому ты и принадлежишь, тому миру, так сказать, нации и так далее. И у Шевченко очень характерные ошибки русскоязычного человека. То есть он, у меня где-то несколько даже работ в интернете, да, есть у Шевченко русский писатель. То есть он действительно, он хотел, чтобы широкая публика знала его прозаические сочинения. Понимаете? И тоже немаловажно, так у него была такая потайная книга, блокнот, захалявная книжка, халява, это сапоги, да? Да. Вот когда он прятал, так сказать, вот, и она написала эту книгу, то есть это его дневник, это самое-самое личное, то, что называется, на каком языке? На русском. Самое сокровенное написано на русском языке, значит, вот какой он писатель, понимаете? То есть, искусственно переделывать и превращать, это то, что сейчас вот занимается вот, так сказать, мифотворчеством историческим, но это нельзя. То есть, вот, а Гоголь, Гоголь, вот которого тоже пытаются приписать. Ну, это вообще кошмар. Вот, по-видимому, ну, для всех, для украинцев, для русских, самое известное его произведение – Тарас Бульба. Да, вот, но у Гоголя, скажем, Гоголь 30-х годов и Гоголь после вот болезни, после 1842 года, другой Гоголь. И он вот как раз в собрании сочинений, которое издавалось в 1842 году, переделывают Тараса Бульбу. И если в первой редакции Тараса Бульбы слово «Русь» и «русский» употребляется всего лишь два раза, то во втором издании, если не ошибаюсь, 36 раз. И он как раз подчеркивает вот русский как православный. Кстати сказать, это вот подсказка была Гоголя. Вот мне, когда я стал изучать, у меня большая есть работа «Русь и русская земля. Мировоззрение древнерусских книжников». Это именно от Гоголя. То есть он и от Достоевского. Потому что оба они понимали, что русский и православный – это синонимы. Так вот, когда юбилей Гоголя в 2009 году отмечали все широко, на Украине издали полное собрание сочинений, переведенные на украинский язык. И везде, там, где русский, заменено на украинский. Mm-hmm. То есть украинский по вере не может быть. Понимаете? То есть кто это украинец по вере? То есть, понимаете, это вот такая удивительная подтасовка или неграмотность элементарная. Или вот хочется вот переделать или изменить, переформатировать сознание даже покойника. Да? То есть Гоголя, который превращает в украинца. А он говорит, я не знаю, во мне, письма же есть, говорит, во мне борются два человека, хохол и русский. То есть вот и кому больше отдать предпочтение, я не знаю, потому что и так мыслят. Потому что значительная часть жизни, формирование его, юность прошла на Украине. А становление как писателя в России и в большей степени даже за границей, в той же Италии. То есть, вот это, может, он итальянец, вот так вот говорит, понимаете? Ну, это абсурдно, конечно. То есть, нужно исходить из того, что есть. Меня так учили, понимаете? Меня учили работать с источниками и доверять источникам. То есть, вот то, что сам писал писатель, древнерусский или 19 века, вот изучайте, смотрите, и не надо за него ничего придумывать. Но вот если переформатировать сознание, попытки переформатировать сознание, как вы думаете, они, я имею в виду не только Украину, но ведь это мы, ну, знаем, что русские остались за пределами России в большом количестве стран, вот нас, и многие пытаются как бы переформатировать новое молодое поколение, учить на другом языке и пытаться переделать их в другие национальности. Вот хуже всего, что политики... Это во всех государствах, неважно, это, как бы, так сказать, типологически одна и та же ошибка. Они полагают, что когда начинаешь, прежде всего, давить на язык, да, вот то, мы уже говорили, на каком языке мыслишь, на каком говоришь, ну, какой насыпи належишь, что если происходит искусственная замена, в школе не изучать русский язык, условно говоря, он будет изучаться дома, он будет изучаться на улице, он будет изучаться в интернете, будет больше читать только русскоязычный и будет больше укореняться. Я вырос в Советском Союзе. Я обучался в Львовском университете. Я, не то чтобы дам фору любому украинцу, но если говорить на украинском литературном языке, я никому не уступлю.
Это в советское время. И у меня были очень незначительные уроки украинского языка. То есть, если я хотел, я его знаю. И могу спокойно на Украине говорить, даже я могу говорить западным диалектом. То есть, во Львове меня за своего примут. Понимаете? Почему? Потому что мне это было интересно. Я как филолог, так сказать, ну, чем больше знаешь языков, тем, естественно, лучше. И, опять же, таки, никто не заставлял меня изучать украинский язык. У меня в школе были два параллельных класса с обучением на украинском языке, и я заканчивал русский класс, где преподавание было на русском языке. И все. Мы, так сказать, дружим до сих пор, поддерживаем отношения со всеми. То есть у нас этого языкового барьера, различия нет. Почему? Потому что в быту все говорили на русском языке. Ну, потому что русскоязычный город, так сказать, и так далее. Но все владеют украинским языком. То же самое и здесь. Я имею в виду вот ситуацию на Украине, там, в Прибалтике, там, и в Западной Европе. Если искусственно искореняют язык, он, наоборот, будет укореняться, показывает история. Потому что запрет всегда сладок. Вот что бы, так сказать, вот не запрещали, понимаете? И поэтому будет укоренение. То есть выкорчевать невозможно. Да, скажем, на той же Западной Украине там пошел именно оттуда этот тренд, да, так сказать, перевести все образование на украинский язык, русского языка. Русский язык не нужный, так сказать, вычеркивает из сознания. Львов был очень культурным городом. Очень культурным городом. И там порядка 250 тысяч было русскоязычных. И 650. Но если учесть, что порядка 200 тысяч студенты, то сможете себе представить. То есть, вот действительно очень такой культурный... Ну, 11 театров, 11 вузов, там, ну, и так далее, и так далее. И всегда даже какое-то, может быть, было такое противостояние русскоязычной интеллигенции и украиноязычной интеллигенции. Там спилка письменников и союз писателей. То есть, понимаете, вот такое противостояние. Но это было такое соперничество интеллектуальное. Понимаете? Вот это то, что я видел, то, что, так сказать, с чем я столкнулся, с чем я знаю. И не было никакой войны, не было никакой вражды между ними. То есть, понимаете, потому что все друг друга хорошо знали, так сказать, пересекались в театрах и так далее. Понимаете? И в университете то же самое было. То есть я в Львовском университете, то есть у нас обучение было, потому что я русский язык, филологию на русском языке, там заканчивал русское отделение. У нас было украинское отделение, славянское отделение, там польское отделение, сербское, там, и так далее, и так далее. Учился кто-то. Опять же таки, преподавание было для каких-то на русском языке, для каких-то на украинском языке, барьера никакого абсолютно не было. Потому что все владели. И тут в юбилей университета, да, в 2011 году, как выпускника меня туда пригласили, и, ну, естественно, воспользовались, говорит, прочтешь там лекцию. И так немножко, так сказать, вот, замялись. С одной стороны, как раз ректор университета стал министром Вакарчук и издал указ о том, чтобы преподавание было только в университете на украинском языке. Я говорю, ребята, я готов вам прочитать лекцию. Но читать, она говорит, ну, ты же знаешь украинский язык, на украинском языке. Вы понимаете, читать русскую литературу на украинском языке, ну, это нонсенс. Он говорит, ну, тебя не поймет. Я говорю, что не поймет? С политической точки зрения. Он говорит, ну, с ректором мы договоримся. Как раз он уже вернулся. Так сказать, опять с поста министра стал опять ректором. И они пошли к нему, говорят, ну, хочешь читать по-русски, пусть читает по-русски. Все-таки уважение к нашему выпускнику. И они говорят, ну, тебя вот студенты не поймут. Я говорю, ну, не может быть. Ну, что они не разговаривают, так сказать. А я еще на пасхальной неделе туда приехал. И вы знаете, и вот поднимаюсь, там широкая, большая лестница, очень красивый университет, здание университета. И поднимаюсь наверх, а навстречу идут студенты, спускаются. И все они меня приветствуют. Все, так сказать, они меня знают, но все привет. Христос воскресе. Понимаете, ну, то есть, вот, ну, думаю, ну, вот настоящий славянский православный дух, то есть, вот, на пасхальной неделе, Светлая Седмица, все поздравляют тебя, Христос воскресе. Ну, и там лекция по слову полку Игореве, да, читаю, естественно, по-русски. Я смотрю, девочки какие-то там записывают, кто-то вот смотрит, кто-то внимательно, кто-то там что-то записывает. Ну, вопросы были интересные, там преподаватели были, огромная аудитория, то есть действительно собралось много людей. И потом уже после лекции, я говорю, вопросы есть, ну, в общем, задали вопросы, но я думал, что будет больше. А потом смотрю, выстраивается целая очередь.
Я говорю, а что, какие проблемы? И они вот достают эти блокнотики или тетрадки и говорят, пан Ужанков, а как можно перекласти на украинскую мову и начинают вот читать? То есть у них действительно есть уже затруднения. То есть, ну, и тогда я подумал, боже мой, ну их же обокрали. Почему? Потому что вот они-то, ну, разве плохо было русским дворянам, которые знали четыре языка, свой родной, плюс еще три европейских. А этих вот бедных детей лишают возможности изучать русский язык, потому что, ну, несравненно больше литературы, научной, по физике, по химии, да, я уже не говорю по культуре, литературы, это чуть даже на русском языке, нежели на украинском. Это точно, это проблема любых других, так сказать, вот, государств небольших. То есть, понимаете, это получается обкрадывание. Я думаю, с вами многие согласны. Ну вот я попрошу вас, у нас очень мало времени, но давайте примем, может быть, звонок, чем к нам дозваниваются упорно. Здравствуйте, добрый день. Добрый день, Сергей Рига. У меня вопрос к вашему гостю, как он относится к грамоте Александра Македонского, которая почему-то находится в Ватикане, которая гласит, что он завещает всю землю выше 36-й параллели благородному роду славян. И ваше отношение к тому, что часть славян является сейчас в данный момент иванами, не помнящими родства и устраивающими между собой братоубийственную войну. Всего доброго. Спасибо, очень хороший вопрос. Ну, Александр Македонский, уже прозвище его Македонский указывает на время, то есть на место его рождения, и в значительной степени он себя как славянин ощущал, и поэтому действительно огромные земли, которые были завоеваны, он завещал именно так. Вот насчет Иванов родства непомнящих, болезненная тема, и ее нужно разделить на две. То есть вот политика, это когда действительно выкорчевать историю или заменить истинную историю на ложную историю, это с одной стороны. Это то, что, опять же таки, ну вот, например, Украина показывает, когда переписывается историю в угоду тем или иным политикам или тем или иным веяниям, опять же таки политическим веяниям. Но есть исторические источники, которые изменить невозможно. И пройдет время, сейчас оцифровываются практически памятники, все письменные, это все можно будет достать в интернете и восстановить, так сказать, истину. Это второй момент. И, наконец, третий момент. Что вот касаемо России, то у нас сейчас интерес к истории огромный. То есть вот сказать, что Ивана родства непомнящие, нет. Вот последние, наверное, лет 8-10 действительно очень большой интерес. Я могу сказать, вот как гуманитарий, обратить внимание на две вещи. Первое. История учит патриотизму. То есть вот если изменить в истории в том вот русле, которое нужно современному политику, ну, это будет такое переформатирование. Ну, а литература – нравственности. Так что мы будем изучать историю и литературу, чтобы быть русскими людьми. Ну вот, к сожалению, время нашей беседы уже истекло. Будем надеяться, что на новые встречи. Александр Николаевич Ужанков сегодня был в нашей студии. Спасибо вам. Спасибо.